Здравствуйте, я Антон Деркач. Мы находимся в Санкт-Петербурге. За моей спиной вы видите легендарную киностудию «Ленфильм». И сегодня я расскажу вам о публичных выступлениях. Речь пойдет о выступлении с помощью бумажки и без бумажки. Хочу обратить ваше внимание на то, что готовиться с текстом это очень болезненный костыль для многих ораторов. Когда вы имеете текст, где дословно написано то, что вы должны говорить, вы исключаете из вашего выступления элемент живой речи. Насколько бы идеален не был текст, вы все равно будете говорить так, что зрители будут ощущать, что вы читаете по бумажке, а не говорите с ними. Выход из этого может быть двоякий. Вы можете или выучить текст наизусть, но при этом, если это будет оттарабаненный наизусть текст, он также будет звучать неестественно. Либо имейте тезисы в голове, на бумажке или в виде маленьких картинок. Это какие-то основные мысли, основные какие-то картинки, которые будут вам говорить о том, что говорить следующим. И если вы будете следовать по этим тезисам, ваша речь будет живой, доходчивой, понятной, и зрители оценят то, что вы говорите именно с ними, а не с бумажкой. Пользуйтесь этим. С вами был Антон Деркач. До встречи в новых выпусках.